всех приветствую. Сейчас будете смотреть. Ходили мы в Агромастер. Я уже потом снимаю, потому что то цены я вам называл. Это цена на сегодняшний день. Это сейчас скажу, какое. 19 у нас октября. Так что цены на 19 октября, если у него что-то кончится, он сразу сказал, что цены уже повысились. Так что резину можете ехать сейчас забирать. Ладно, смотрите. А это на что же? На 82-й? Конечно. Это на 83-й. Так, ну вот он, магазин. Вход я спереди показал. Вот такая хрена. Хрень висит. Так. Резина. 82-й. Здравствуйте. Хай. У нас в деревне говорят. Вот. 25-шная. А 9,5. А что у тебя 9,5? А какой? А там какой? 9,5 идет 25-ка, да? 32. А чья? Волтари, да? Волтари Агро. Ну и объяви сколько, а то мне говорят, она дороже 80-шной. 16,5 тысяч. 16,5 тысяч она стоит. А скажи, сколько МТЗовская? 23,5. 23,5. Это тоже Волтари, да? Алтащина. Ты мне про эту говоришь? Это узкая, начинает на 40. Да, ну она 40 почем. 19 тысяч. 19 тысяч на Т-40. 13,6 на 38. А 15,5 на 3. 23. 24 тысячи. 23,5. Да. Вон тут сразу пол трактора у него продается. Так что кому надо, пишите. Так, Т-25, Вирокс, топливные длинные. А куда ты такие топливные длинные ты набрал? А куда? А от этого? От грубой очистки на насос? Ну. Ага. Это Т-40, Т-25, ну вот коллектор есть. Ленты. Так, по мелочи, но он говорит, что... Что надо, все привезет. Только развивается вот так. Такой у него небольшой. Пока ассортимент. А топливные на Т-40, на Т-25 нет у тебя, да? Самих как высокого давления на насос. Нет. Ага. А уголок почем? 7200. Когда-то я его за 4500, блядь, пожалел взять. Дорого, думаю. Так, масла. А, по поросенкам. Вчера возник вопрос, что из них поросенок. Тот или этот? Комментарий. А радиаторы почем у тебя? Слева, который наш, 17, справа, который Китай, около 12-11800, по-моему. Ага. А по сотам они одинаковые, да? Ну вот, вот смотри, короче, по сотам вот наш, ну, грубо говоря, если с нашим сравнивать, то Китай почти одинаковый, то есть там внизу, по-моему, там чуть-чуть там идет разница и все. Ну, то есть количество рядов сот одинаковое, да? Да. У этого китайского, да, был другой дешевле, у него прям... Он уже, да? Значительно были шире они, то есть реже были вот эти сами. Ага. Не, они, знаешь, как ряды сот, то есть по толщине могут разные быть, насколько я помню. Но вот этот
Наш саудепский, мне что-то кажется, он даже хуже сделан, чем ну тот вот, китайский. Смотри, вот видишь, типа, вот, как мне человек объяснял, что чем они меньше, тем будет больше теплоотдачи, то есть чем чаще они расположены. Чем чаще, да? Здесь они, вот видишь, здесь середина вот в таком же стиле выдвоена, а вот эти два места вот... Ты имеешь в виду ребра охлаждения? Да. А я имею в виду, что они могут быть 4 ряда, а могут быть 5 рядов. Нет, эти, по-моему, могут быть 4. Ну, это я... Насколько я так понимаю, так не знаю точно. Это пятисекционные бывают, да. Угу. А ВОМ почем? ВОМ 30. Это новый, да? Да, это усиленный, да, белорусский. Угу. 30 сколько? Сейчас скажу, по-моему, 35 тысяч. А вот эти вот польские карданы... $35,800. А, и колеса у тебя появились, да? Да, 2700, да, покрышка? 2700, да. Он в боре с камерой. С лентилем, с золотником. Ага. Кардан польский почем? Не польский, там один турецкий лежит. Ну, какая разница? Вот этот турецкий, который. Один турецкий, а второй, может, я неправильно тоже понимаю? Польский, наверное, этот, турецкий, наверное, желтый, да? Не-не-не, один вот, который ближе к тебе, вот этот, который самый близкий, вот этот турецкий. Ага. Почему-то они все польские косилки ему укомплектованы. Да? Да. Из-за этого я и говорю, что он польский. А, вот такие появились трубки. Что-то приходил, уже спрашивал, ты сразу привез две, да? Да, да, под этот, под заказ. Ну, что у тебя еще интересно? Что ты привез с последним? Ничего, жду, что что-нибудь приехало. Ага. Фильтра вот эти почем у тебя амтезошные? 1800, по-моему. Ага. Так, ну, вроде все. Описали, говорили. Масло без изменений. А поршневые у тебя есть, да? Да. 240-й двигатель. Сколько она будет? Гильзы, поршень, сколько будет? 240-й? Да. $3,690 за комплект. Гильза Porsche. Конечно, слушай, а она с кольцами идет или без? Что? Поршневая гильза Porsche-то. А, рамка. Весь кольца отдельно. Угу. Нет, ну вот ты мне цену сказал. Неправильно он сказал, уже обманывают. Как ревизор врываешься. Ага. Ой, это 80-ки. Ну, это кусок 80-ки. Кусок. Это тоже кусок. Ну, передняя балка, да. Без этих. У него, по-моему, перед весь в сборе есть, наверное. А номерной лонжерон у тебя с документами, да? Нет, нет номерного лонжерона. Они без номерной, да? Да. Левый? Да. А. Ну? Да, все, сборы 4200 там будет стоить. 4200 с кольцами, да. Поршень, да, и... Да, да, вот. Это чей? Камский. Камский? Да? Камский моторный завод. Ага. А нижний комплект или усиленные кольца-то добавленные? Что-то смотрю, нет? Ну, они тут это, знаешь, как ее, поршень, кольца стопорные, этот, как называется? Компрессионный. Масляный.
конечно, с лосем. Палец, кольца. Ну так я тебе говорю, нижние. А, нижние с проточкой, с дополнительным кольцом. Это на... маслосъемное нижнее. А, видишь, он даже туда заставлен. Угу. Угу. Охренеть. И сколько такая штучка? 4200, сказал. Просто что? К чему говорю, чтобы нам до него не дойти. Так, ладно, вроде все. Пишите, кому что интересно. Приедем, скажем. Вон у него целый мешок этих варежек-то тебе, Миша.